Ну, здесь, конечно, может быть вариативность какая-то, но явно, что венцом пророков, указывающих на истинность Спасителя, является Иоанн Предтеча. И указание его является постоянной ссылкой Христа. Например, он обличает иудеев, когда они спрашивают, какой властью сия творишь, кто тебе двери эту открыл, с чего ты здесь из себя, что ты из себя здесь представляешь, строишь. Он говорит, решите мне вас спросить, ответьте мне, и тогда я вам скажу. Крещение Иоаннова с небес было или от человека? Они говорят, ну вот если скажем, с небес тоже вы не послушали, а если скажем, что от людей, то как бы нам не оказаться побитыми камнями, потому что народ подлинно почитал Иоанна Крестителя как праведника от Бога посланного. Вот и я, и поскольку они лукаво уклонились от ответа, чтобы не быть обреченными, то и Господь оставил их без ответа в виде их такую нераскаянность. Так что вполне можно признать попросту это указание на Крестителя.